Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на общественном телевидении России. Наша программа с пожеланием всем доброго здоровья, хорошего настроения. Программа для любознательных, для всех, кто ненавидит скуку, серость и прописные истины. В общем, как говорится, чего там только нет. И где, интересно, знать мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? На все эти вопросы ответят гости нашей программы. Какие-то там правила, ей все понятно, да? Вот универсальный солдат, да? Именно так. Я могу презентовать рекламный ролик или проект. За это время всех, с кем играешь, и вы популярные очень уже. А эту информацию вы еще должны передать. Правильно. Вот так что благороднее. Но я всегда, так сказать... Вообще, это абсолютная глупость, делить женщин по цвету волос. К тому же надо еще посмотреть, кто прячется под брюнеткой. Гарантирую, большинство из них крашеные блондинки. А ты крашеная блондинка? Нет. Ты сейчас про себя? Нет, я только, я натуральная. Да? Ну, по мне не видно, что я блондинка. Ой, тебе так. Я думала, что кунг-фу это ну, драки там друг друг когда бьют. Это же боевой вид искусства. Я не понимаю. Это интересная работа. Ну, это интересно, но это же очень страшно. Когда ты несешься там. Но мы не там, задавались за 13 тысяч... И это было освобождение Европы. То есть, собственно, 13-14 лет. Хочется прямо петь «Пятница». Ну, вот пока Маруся тренируется в вокальных упражнениях. 8 ноября идет снег, то и весна будет поздней, и Пасха снежный. Обожаю вот эти приметы. Да, мне тоже нравятся. Тогда добавлю, если кошка лапой морду закрывает, тогда жди ветров. Как так? А еще... Ну вот в Китае очень верят в магию цифры. Сегодня 11 число 11 месяца. А единица в Поднебесной означает... одиночество. То есть... В случае Михайлова дня мы пригласили в гости, нет, не Стаса Михайлова, а коллектив, который называет себя ансамбль прогрессивной деревенской музыки. Вот и завершился очередной выпуск программы «Календарь». Мы всем желаем хорошего настроения и удачного дня. Пока-пока!